Рулет из творожного сыра и копченого лосося. Творог 250 грамм. Сыр творожный 150 грамм. Желатин 10 грамм. Хрен 2 столовых ложки. Сок лимонный 1 столовая ложка. Цедра лимона 1 чайная ложка. Сливки 150 грамм. Копченый лосось, тонкие ломтики, 400 грамм. Сельдерей 1 черешок. Рубленый укроп 1 столовая ложка. Соль, перец по вкусу. Приготовление. Желатин замочить в холодной воде. Творожный сыр соединить с творогом, хреном, лимонным соком и цедрой. Посолить, поперчить и хорошо перемешать. Желатин распустить в сотейнике на слабом огне. Смешать с 2 столовыми ложками сырно-творожной массы и подмешать к основной массе из творога и сыра. Ввести взбитые сливки. 1/3 часть лосося нарезается небольшими кусочками и добавляется в сырно-творожную массу. Сельдерей измельчить и добавить вместе с укропом. Перемешать. Форму застелить пищевой пленкой. Выложить кусочки лосося так, чтобы они выступали за края формы. Выложить начинку, разровнять и накрыть свешивающимися ломтиками рыбы. Поставить в холодильник на ночь. Готовый рулет опрокинуть на блюдо, удалить пленку и нарезать ломтиками.